В Одессе гражданский конвой попал под обстрел. Погибли трое азербайджанцев – Рагим Исмайлов, Габиль Исмайлов и Неймат Исмайлов. Также есть информация о погибшем в Харькове азербайджанце Гошкаре Мамедове, который выходил в магазин за водой и был застрелен неизвестными. Ранее 25 февраля мы сообщали о гибели в Херсоне азербайджанской семье Натальи Фарзалиевой и ее детей Сабине и Заури. Они погибли в результате ракетного удара, когда возвращались домой на машине. Глава семьи Гошкар Фарзалиев не пострадал, так как в этот момент находился в другом месте. Аллах рахмет эйлесин.